Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 39. Пользуясь угольником, определи вид каждого угла. Сколько острых углов, сколько прямых углов и тупых углов на данном рисунке. Вы видите угольник, у которого один угол прямой, а два угла острых. При помощи данного угольника мы можем найти прямые, острые и тупые углы. Углы острые – это угол номер 2, угол номер 5 и угол номер 10. Это углы, которые меньше, чем прямой угол. Прямые углы – это угол номер 3, номер 6 и номер 9. Углы, которые больше прямого угла, называют тупыми углами. Это будет угол номер 1. Угол номер 4, угол номер 7 и угол номер 8. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.